Люда, привет! Я пришла помогать. В смысле, Люд, мы же договаривались. Худеть будем. Люда, все получится, не переживай. Я лучший блогер по похудению. У меня худеют абсолютно все. Люда, похудеем. Будем бегать, будем голодать с тобой. Чего? Ты уже неделю на голодании, никакого толку? А-а-а. Люд, открою секрет. Мало кому помогает голодание на фаршированных блинах. Фу, Люда, брось блины. Да не в себя брось, Люд. От себя бросать-то надо было. Ах, ладно, Люда, буду делать из тебя красотку. Ты будешь у меня, скажем так, одна. Ну, потому что сейчас тебя в тебе... Ну, 4 штуки, Люд. Ну, как, зачем худеть? Ну, чтобы исполнились твои желания. Ну, ты же не хочешь, чтобы было как сейчас. Как сейчас? Ну, вот когда ты приходишь в ресторан, официанты ж радуются. Говорят, Людмила, вам как обычно, все меню 2 раза. Вот мы сегодня-то план точно выполним. Ага, а хищные звери в зоопарке, видя тебя, с криком прячут свою еду. А директор рынка, видя тебя издалека, еще радуется. Вай-вай-вай-вай! Все, ребята, закрываемся! Крупный оптовик Люда пришел. Ну все, согласна? Молодец, Люд, молодец. Сбросишь лишний вес. Че? Лишних только 5 кило, остальное как родное? Так, ну хватит. Поможет спорт, раз ты диету мою не выполняешь. Люда, ну кому ты рассказываешь? Ну не так ты делала. Я тебе говорила, есть 1 раз в день. Правильно. Это не как ты ешь. Целый день без сна и отдыха. Люд, я тебе говорила, съедать в день 1 яблоко. Ну просто яблоко без всего. А не яблоко, запеченное в гусе, с ведром картошки фри в лаваше. Все это на пицце, сверху посыпано пловом, пельменями. Фу, Люда! Брось чебурек! Че? Сама похудеешь к лету? Люд, у меня 1 вопрос. К лету какого года? Ну хорошо. Ты замуж хочешь? Вот. Возьму тебя, Люда, замуж. Похудевшую. Ну, мужчины так устроены, Люд. Ты видела, как мужчина машину покупает? А я тебе расскажу. Первым делом мужик смотрит, сколько машина жрет. На женщин они смотрят точно так же. Но это я к тому, Люд, что по тебе... Ну, как бы видно, что ты, Люд, не малолитражка. Ты для них, Люда, фура. Задний-то бампер с подушками безопасности. На 3 стула. Да понравишься ты мужчинам, понравишься, когда у тебя появятся ручки, ножки, шея. Должны быть ноги от ушей, а у тебя сейчас щеки до плечей. Ну не обижаю я тебя, Людочка, не обижаю. У тебя сейчас тоже очень интересная фигура. Монолит. Люд, ну помоги мужчинам. Ну мужчина должен элементарно знать, с какой стороны тебя попросить твоей руки, понимаешь? То есть ты думаешь, у тебя будет как в сказке. Вот это вот «встань к лесу задом, ко мне передом, не могу понять, где у тебя лицо». Начинается. Муж ей для чего? Муж, он для всего. Муж, он предмет. Многофункциональный, да. Да лучше он собаки. Лучше. Смотри, он разговаривает.
в туалет сам ходит. Там вообще столько опций. Ага. Вот, у меня была Ирка, клиентка. Она тоже никак не могла похудеть. То кошек заведет, то рыбок потом. Похудела на моей методике. И присылает мне стих. Завела я кошку, рыбок завела, но ничего нет лучше живого мужика, Люда. Живые, они прикольные. Понимаешь? Ты, конечно, можешь похудеть на время. До свадьбы. Ну, многие так делают, конечно. Да почему? Почему не честно? Честно. Мужчинам же можно только до свадьбы быть щедрыми. Вот и нам. Поэтому давай пойдем на стадион. Но учти, Людочка, как только ты похудеешь, придется носить вещи неудобные, а нужные, через которые будет видно ноги твои красивые. Здесь обязательно декольте, пробник груди. Нужно будет делать прически, пользоваться дорогими дурманами, ну, духами. Но это для нас, а не духи, Люд. Для мужчин это отравляющий газ. Мы их травим, как тараканов. Мы их парализуем, Люда. Угу. Каждый день, Люда, надо красить фасад. Потому что баран должен видеть новые ворота. Да, Люда, только так. Да. И пока жертва не клюнула окончательно, ярким лаком красим ногти, губы. Это все наши габариты, понимаешь? Это как подсветка на взлетной полосе. Мы так как бы указываем орлу, где его аэродром. Ага. Ну. Ой. Нет, пожалуйста, можешь не худеть, дело твое. Но как же это красиво смотрится, когда жених берет тебя на руки, кружит тебя, кружит. Просто великолепные фото в Инстаграм. Ой, куда ты поползла-то, Люд? А, это ты на стадион побежала? Ну вот, молодец. А что это мы у двери-то встали? В дверь не прилезает что-то. Так, ладно. Главное, импульс. Сейчас я тебя толкну, Люд. Сейчас. Ух! А, соседи! Соседи! Мужчины! Помогите вытащить будущую невесту! Ну как, как? Как репку давайте? Тянем, потянем. Давайте вместе. Я толкаю, вы тяните. Давайте. Ух! Да. Ну, немного... С косяками вытащили. Но ничего. Главное, идем худеть. Да, Люд? Че? Передумала худеть? Поздно, Люд. Теперь тебе, чтоб домой попасть, тебе по-любому похудеть придется. А я говорила, у меня худеют все.